Однажды Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Я роняю Запад, я роняю Запад, я роняю Запад, я роняю Запад. А вот опасный участок дороги в Уфе сегодня окропили святой водой. Несколько дней назад здесь на Цурюпане насмерть били пенсионера. Дорожные инспекторы на время перекрыли улицу, чтобы святой отец мог ее осветить. Золотые цепи, дорогие часы, я скажу тебе в лоб, это не фотошоп. В муке от просфоры испачканы носы, никто не скажет стоп, когда в здании поп. Фактически я столкнулась с тем, что в Европе на сегодняшний день существует детоторговля. И дети — это рабы, в том числе и сексуальные. Что касается этих страшных зооборделей, в которых ребенок мне рассказал, что в этих оргиях участвуют тети, дяди, кошки и собаки. Могу вам сказать, что сейчас все больше и больше открывается, и сейчас есть информация, мы сейчас занимаемся сбором информации для того, чтобы передавать международной организации, есть факты о каннибализме в Доме профсоюзов. Знаете, что сегодня в Украине, мы как раз сегодня с коллегой обсуждали, уже пытаются отменить Новый год, чтобы не было Деда Мороза. То есть у нас Санта-Клаус и Святой Николай никогда, потому что русский Дед Мороз. Это будут антитела, которые очистят всю Украину от фашистской нечисти. И в кратчайший срок. Не Луганск и Донецк наши, а вся Украина. Это такая, знаешь, интерпретация того, что я иду на своеобразную войну. Я просто работаю. Мне не нужно думать. За меня думает государство. Знаете, что хочу вам еще сказать? Мой дедушка любимый всегда мне говорил: Олечка, не ври, говори всегда правду. Потому что все тайное всегда становится явным. Ложь в России – дело очень прибыльное. Давайте же посмотрим, на какой образ жизни сумел заработать этот персонаж благодаря полному отсутствию совести и языку без костей. На твоем лице поместился бы флаг. Ты из тех, кто голосует, разве не так? Ну давай затирай, что идешь на выборы. Вы все продались, жадные пидоры. Ну давайте запретим женщинам делать аборты. Но как, будем пускать... Нет. Полицейские, которые будут ходить, аборт делал? Я же не говорил запретить. Дело в том, что морально осудить. Предлагаемое решение оказалось на удивление мягким, я бы даже сказал нежным. Пропаганда. 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 Что такое пропаганда? Распространение. Информационный поток. Ускорение. Увеличение. Фейк-ньюс. Дуальность. Преломленная оптика. Эмоциональность. Принудительная эмпатия. Бездоказательность. Разжигание розни. Разобщение. Как работает пропаганда? Первое. Ложный выбор. Атеисты – верующие, правые – левые, массовое – андеграунд, консерваторы – либералы, свои – чужие. Второе. Манипуляция фактами. Как создаются фейк-ньюс? Пересказывание старых мифов и жутких историй, вброс информации в блогах и на поддельных информационных сайтах, слухи, сплетни, пугающие истории с места событий в пабликах. Третье. Апелляция к эмоциям. Акцент на незначительные детали, умелое обращение к архетипам способны в корне изменить твое восприятие. Одно громкое слово, яркий образ, взывающий к морали и состраданию, на волне резонанса меняет настроение сотен. Ты видишь зерно правды в десятках возможных вариаций, но вряд ли разглядишь самого себя.